Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о словах, с помощью которых вы сможете сделать свою жизнь более успешной и благополучной. Итак, друзья, далее все более подробно. Вы знаете, мы учимся разговаривать с маленького возраста, а затем воспринимаем это как нечто обыденное и даже не подозреваем о том, что каждое слово, которое мы произносим, несет в себе сильные энергии, но они могут быть как положительными, так и отрицательными. Слова способны напрямую влиять на нашу жизнь, они могут делать ее лучше, упрощая многие жизненные моменты и ситуации, с которыми мы сталкиваемся. Также способны они притягивать к нам счастье, деньги, удачу, благополучие, любовь, а способны при неправильном использовании нас всего этого лишить, окружив лишь негативом. Мало того, мы способны влиять не только на свою жизнь таким образом, но и на жизни тех, кто находится рядом с нами. Каждый из вас, думаю, замечал, что в семьях, которые сквернословят, любят употреблять негативные слова, постоянно возникают какие-то проблемы, что в таких семьях присутствует неблагополучие и безденежье. А вот в семьях, где следят за словами, которые произносят, где стараются употреблять больше слов с положительным значением, утвердительных, ласковых, нежных, наоборот, присутствует благополучие. Люди в такой семье не знают проблем с деньгами, а их окружает только любовь и взаимопонимание. Слово – это начало всего, и с каждым годом нашей жизни оно помогает достигать нам того, чего мы желаем. Укрепляет наш характер, окружает нужными энергиями, людьми, оно способно поддерживать в трудные минуты и не давать опускать руки, когда кажется, что выхода из какой-то ситуации нет, которая дает нам уверенность в завтрашнем дне. Сила слова – это скопление различных энергий, которые, слившись воедино и направленных в нужном направлении, для получения желаемого и важного результата. Слово – это не только то, что мы произносим ежедневно, это еще и особенные тонкие вибрации, произнося которые мы вступаем, сами того не подозревая, в контакт со Вселенной. Недаром наши предки передали нам такую пословицу, которая звучит следующим образом. Перед тем, как что-то произнести, подумайте, куда это вас приведет, а произнеся бездумно, не жалейте о последствиях, которые вы заслуживаете. Слова способны придавать все эмоции, чувства, которые испытывает человек. Объясниться в любви, желать добра, оказывать помощь, а также с помощью слов можно покорять аудитории, заинтересовывать людей, управлять энергиями, что немаловажно, собственной жизнью. От слов возможно подзаряжаться энергией, словами можно и энергии, а также отталкивать, лишая себя их в нужный и важный момент. Слова могут помочь стать уверенным человеком, а могут притягивать неуверенность и мешать жить счастливой и успешной жизнью. Поэтому тщательно обдумывайте все, что вы говорите. Избавьтесь от слов, которые вам мешают. Продумайте, все ли правильные слова вы употребляете. Откиньте слова с частичкой «нет», слова, которые вызывают жалость. Отправляйте в свое подсознание только слова, которые будут помогать вам делать свою жизнь яркой. Если вы произносите, например, что вы счастливы, значит, вы чувствуете это, или вы знаете, что вы таковым будете, а Вселенная, услышав от вас эти слова, будет помогать вам это получить или приумножить, и это касается абсолютно любых сфер вашей жизни. Никогда не жалуйтесь и на свое здоровье, даже если с ним что-то не так на данном этапе. Вы должны быть уверены в том, что это временно, а ваша уверенность сделает обязательно так, как вы того желаете. Проблемы со здоровьем уйдут, если будете вести себя по-другому, то только будете усугублять все то, что уже происходит, и здоровье будет желать лучшего. Давайте поговорим о словах, которые вы можете использовать для того, чтобы вы смогли сделать свою жизнь намного лучше. Таким образом, вы ее сделаете беспроблемной, счастливой, наполните ее всем тем, что только сами пожелаете, а также сделать так, чтобы ваши мечты и желания воплотились в жизнь.
Эти слова способны правильно настраивать вас на взаимодействие с энергиями, переплетать ваше энергетическое поле с ними, делать связь тесной и неразрывной. Итак, первым таким словом будет слово «совместно». Это означает, что вы призываете Вселенную к себе в помощь, что просите о том, что вы все делаете вместе, так как вам нужна ее помощь. Вы хотите ощутить ее силу. Если, например, вас кто-то обидел, вы не можете самостоятельно справиться с данной ситуацией. У вас душа наполнена обидой, ее разрывает на части. Вам нужно проговорить такие слова. Совместно отпускаем. А далее нужно сказать все то, что вас тревожит, беспокоит, все то, что мешает вам двигаться вперед. Как только вы это проговорите, вы сразу ощутите легкость. Вам будет хотеться сделать глубокий вдох. Не отказывайте себе в этом. Через время о данной ситуации вам даже думать не захочется. Следующим словом, которое поможет вам подключить нужные энергии, будет слово «незамедлительно». Это означает, что вы ждете их прямо сейчас. Не когда-то, не через какое-то время, не при подходящей возможности, а вот уже сейчас, в данный момент. Вы готовы их принимать, вы готовы использовать их во благо себе и окружающим вас людям. А они, придя в вашу жизнь, наполнят и пустоту, которая осталась после того, как вы избавились от того, что вас тревожило, огорчало. А это уже поможет вам стать намного счастливее, а соответственно и начать притягивать нужные для этого энергии в большом количестве. Еще одним сильным словом, без которого в успешной жизни не получится обходиться, это является слово «стойкость». Оно поможет вам справляться с непредвиденными ситуациями, быть готовым ко всему. Когда у человека такой настрой, он быстро проходит через неприятный этап жизни с высоко поднятой головой. Это слово употребляют, как правило, лидеры, начальники крупных компаний, богатые люди, так как для этого, чтобы получить то, что они имеют, им пришлось многое пройти. Еще одно слово – это защита. Это слово на энергетическом уровне поможет вам выставлять защиту от любого негатива, который вам будут пытаться отправлять недоброжелатели. Это может быть зависть, ненависть, злость. Вы будете к этому готовы и с легкостью сможете все это вернуть туда, откуда это к вам и пришло. Следующее слово – это сила. В наше время мы сталкиваемся порой с ситуациями, на решение которых не рассчитали собственные силы, а это является очень важным для нас, что помогает сделать так, чтобы для достижения желаемого результата у вас хватило сил. Очень важно ощущать себя таковым, так как сильные люди способны покорять вершины. Это дает уверенность в себе, в своих силах, в том, что есть готовность идти только вперед и не оборачиваться назад. Следующее слово – это слово «получать». Это еще одно очень важное слово, которое поможет вам получать только тот результат от всего того, что вы делаете, который понадобится именно вам. Главное, вы должны научиться четко ставить цели и проговаривать то, что в конечном результате вы хотите получить. Вам нужно понимать то, что вы хотите от жизни, ни за кем ничего не повторять, ни от кого не подстраиваться, а полагаться только на собственные мысли, желания, принципы и приоритеты. Только идти таким путем, но никаким другим. Вы должны себя реализовывать, не тратить время зря, не отвлекаться на пустяки, использовать все шансы, которые дает вам Вселенная. Следующее слово – слово «успех». Это то, к чему вы должны прийти. Это слово-пароль, которое помогает быстро притянуть в свою жизнь. Поэтому начинайте утро с того, чтобы проговаривать два сильных слова вместе. «Получу успех». Делая это, вы будете становиться только более и более успешным человеком. Все, за что вы не возьметесь, у вас будет с легкостью получаться. Если вы желаете найти новую работу, то перед тем, как разослать резюме, проговорите трижды такие слова: «Незамедлительно успех получу». Так у вас все и получится, а результат окажется незамедлительным. Новая престижная работа вам обязательно будет обеспечена. Нужно употреблять и слово «вознаграждение». Это означает, что в результате вы получите то, что заслуживаете. Идя к своей цели, то, что вы много для этого работали, выбирали путь, справлялись с трудностями, Вселенная услышала вас и готова вознаградить. Ведь она любит напористых людей, которые не стоят на месте, постоянно развиваются, обучаются чему-то новому, стараются управлять энергиями, мыслями, действиями, словами.
Такие люди никогда не останутся без ее внимания. Их жизнь полная чаша изобилия, а нужда и проблемы обходят их стороной, так как они не готовы их принимать, не желают видеть в своей жизни ничего плохого. А этому научиться непросто, но те, кто справляются, получают все. Последним словом-паролем, которое вам нужно использовать, слово будет «сбывается». Это поможет сбываться вашим самым заветным желанием. Мечтайте, всегда добавляя это слово, потому что оно имеет очень сильную энергетику, но проговаривая, вы не должны излучать сомнения. Если не готовы, не спешите, ведь если будете произносить сомнения, вы перекроете энергетические каналы, и то, чего вы желаете, к сожалению, не сможет сбыться. Это слово поможет вам пройти любые препятствия, которые будут встречаться на вашем пути, чтобы прийти к своей мечте. Поэтому, друзья, используйте эти слова себе во благо. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся в следующем видео.